Российские ученые отмечают День науки. Практически все научные коллективы встречают профессиональный праздник с размахом. Северокавказский горно-металлургический институт не остался в стороне. В преддверии праздника в стенах вуза прошли тематические мероприятия. Благодарственными письмами и грамотами наградили наиболее отличившихся преподавателей и молодых ученых. Своих научных наставников поздравили и аспиранты. Сегодня мы поощрили благодарностями наших ведущих ученых, наших ведущих аспирантов и молодых ученых. Сегодня мы проводим ряд мероприятий, направленных на популяризацию науки. И на каждом факультете пройдут семинары, встречи с ведущими учеными, лекции, показ нашего материально-технического оборудования, которое используется в научной и образовательной деятельности. Празднование Дня науки не обошлось без презентации новых разработок. Группа молодых изобретателей представила зрителям инновационный прибор – электролюминесцентную панель. Как говорят разработчики, он в два раза дешевле и эффективнее импортных аналогов. Это, в общем-то, инновационное изделие. В мире широко известно. Применяется оно в различных отраслях. Например, подсветка панелей приборов автомобильных, в железнодорожном транспорте, в авиации, поскольку она очень экономичная. В рекламе находит широкое применение. Но в России, в общем-то, она практически нигде не выпускается. В основном ее сюда привозят из зарубежных стран. Научные труды, монографии, учебники последних лет. Около 200 книг представили зрителям преподаватели института. Но это еще не все. В музее ГМИ открылась экспозиция металлических изделий, авторами которых являются студенты и выпускники вуза. Тинатин Музашвили, Фатима Макиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.